Всем привет, подписчики и зрители моего канала, с вами Денис Фриндли. Как я обещал, я буду записывать на русском языке. И сегодня я записываю реакцию на блогеров и записываю видео реакцию на Брайана Мапса. Его видео называется «Скуби-Ду в реальной жизни». Знаете, я думаю, завтра... Угадайте, какой день? Какой день? Завтра 1 апреля. А я думал, знаете, он записывает скетчи, и думал, что он записывает, типа, пародию, скетч всего там персонажа, не знаю, там у него Джуди. Я думал, что он запишет, знаете, какую-то пародию на них. Ну, может, он и в этом новом видео Скуби-Ду, этот мультик, запишет какой-то розыгрыш к завтрашнему дню. Ну что ж, поехали смотреть. А я давно говорил, что наш город рано или поздно накроется. Нам придется покупать новый. Ты знаешь, что написано в книге «Двигатель внутреннего сгорания изначально»? Дом! Давайте попросимся тут переночевать, а уже завтра займемся машиной. Скажу сразу, что я видео еще не смотрел, поэтому давайте продолжим. Да, наверное, всем уже хочется в ванную. Привет! Так что там с этой старой развалюхой? О, Брайан. Меня зовут Надежда Михайловна. Чего вам надо? У нас сломалась машина, и нам нужно где-то переночевать. О, Скуби-Ду. И поесть. Я не против, но вряд ли вы захотите здесь ночевать. В этом доме завелся призрак и не дает мне никакого жития. У нас нет выбора, у нас сломалась машина. Ну а призрак — это не самое страшное, что может быть. А что за призрак вообще? И теперь призрак моего мужа зовет меня к себе. А я одна осталась из большой семьи и помирать пока не собираюсь. Ну да, Надежда умирает последней. Внук, но мы с ним не виделись уже 4 года. Я даже не знаю, где он живет. Так, ребята, давайте сначала веселимся по комнатам, а потом займемся этим делом. Шеди, где ты откопал эти кадры? У Дафны на ноутбуке. Ну и Скуби-Ду. Да, Фредди? Поменяю же звонок. И без него жутковато. Тем более, что здесь что-то бродит. Yeah.
знаю. По моим вычислениям можно понять, что он это сделал ради того, чтобы... Заткнись, Вэлма! Ах ты маленький говнюк! Больше никаких пирожков с мясом! Отличное дело мы провернули, друг! Я думаю, мы заслужили хорошо перекусить. Давай, кто быстрее на кухне. Подписывайся на канал, и тогда ты не пропустишь самые новые видео. Ставь лайк, если хочешь больше пародий на различные мультфильмы. Ну а я пошел. Гамбургер. Ну что хочу сказать, ребята, мне видео, как и все его остальные видосики, очень понравилось. Очень у него интересные идеи для видео, скетчи. Вот поэтому я и выбрал его для просматривания, для реакции. Потому что я думаю, что у него годный контент и заслуживает больше миллионов аудитории, чем она сейчас у него есть. А сейчас я вам скажу, у него сейчас 4 миллиона, близится к 5 миллионов. Желаю ему больше подписчиков, даже чтобы он обогнал Ивангая. Почему? Ну, потому что больше у него интереснее видео, чем там у него. У него там, ну, типа, сплагиатные видео с многих. А у него, как бы сказать, своя идея, он ни у кого не плагиатил, может плагиатил, но теперь он точно занимается только своими идеями, своим обработки над идеями. Я думаю, что он теперь будет дальше записывать пародии на различные мультфильмы, это будет еще интереснее смотреть. Ну, уважаю ему творческих успехов. Не увидел я никаких, знаете, этих пранков, розыгрышей к дню смеха. Ну и что? Он что хочет, то и сам записывает. Не увидел, ну ничего. Может, кто-нибудь другой запишет. Я теперь только его видео смотрю и хочу, чтобы вы тоже смотрели его видосы и подписывались на него. По мне он очень нравится, его канал. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось и его видео, и моя реакция. Ну, у меня просто просматривание. Пока что. Может, потом будет что-то новое. Подписывайтесь на мой канал, подпишитесь на его канал, если вы впервые. Ну, с вами был я, Денис Ридли. Всем удачи, всем пока!